Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и, блять, я, сука, опять отхватываю пиздюлей туземцев, потому что я решил дождаться утра, нажал еще раз на палатку, и они на меня напали. Они меня видят, блять, а я их не видел. Вот идите нахуй отсюда. Есть, блять, один выхватил, один хватанул, падла. Пошла нахуй, шлюха. О, отлично, бежим. Они меня не найдут, они меня потеряют, я просто спрячусь от них. Они же не могут постоянно знать, где я нахожусь. Да конечно, блядь! Пошел, сука, нахуй! Ха, он боится меня, смотри. Один выхватывает и боится. Съебал! Сука! Да какой ты живучий-то, слышь ты! Ёбаный ты пес! Блядь, когда утро-то настанет? Чё делать-то, ребятки? Уйди! Уйди, сука, на! На, за что, блядь? Так, мало здоровья, отлично. Я надеюсь, это онлайн не работает. Доброе утро. А, это все? Прожито 4 дня? Охуенный поворот. Вот это да. Вот это да. Вот это да. То есть у нас начинается вторая серия, и мы опять начинаем с самого начала. Чё же нам надо сделать тогда, получается, чтобы... нам не дали пиздюлей. Нам надо сразу начать тогда строить дом, что ли, я не понимаю, или как? Защищаться от кого-то, жить на дереве, спать на дереве. Просто сидеть на дереве, ждать, сука, на дереве. Что-то надо как-то же от них спрятаться. Но они меня первый раз убили, утащили к себе в пещеру. Ладно. Следующий... Можно как-то скипнуть эту хуйню? Нельзя скинуть эту хуйню. Ну ладно. Ну чё, вот мы, собственно, и упали. Как бы. А в самолете-то я, оказывается, не совсем много тут всего не донаходил, да и не посмотрел в первый раз. Поэтому мы сейчас все с вами тут донаходим, да найдем. Я уже изрядно, так сказать, наелся. У меня появился топор. И я предлагаю, как, собственно, сделать всю эту хуйню, чтобы эти туземцы сюда не залезли. Вот здесь вот они залезть не смогут. Угу. Смогут, блядь, смогут они тут залезть. Нет, я не знаю. Нам, в принципе, можно как-то... Блядь, я хочу варана ебануть. Варан! Баран, на, отлично. Мы уже все с вами, в принципе, знаем. И нахуй он мне. Какой-то шарик подобрал теннисный, ненужный мне. Отлично, собираем все вещи в чемодане. Все, что рядом здесь валяется, мы собираем. Я так понимаю, здесь надо просто очень долго не ложиться спать и попытаться как-то обустроиться и защититься от этих пидорасов, которые постоянно будут над нами угорать. Да разбей ты чемодан-то. Наконец-то. О, дрова какие-то. Это не дрова, нихуя. Так, собираем палки, собираем все. Надо что-то быстренько построить для самообороны. Можно, конечно, построить деревья, эти, как их называют. Что это там? А. Да ну нахуй! Да как днем-то? Какого хера вы днем-то пришли? Вы чё, бля? Так-то это немножечко нечестно, я вам хочу сказать. Какого хера они днем уже тут прибежали? Они сейчас меня опять уработают, как собаку некрещенную, блядь. А, вот, точно, я в самолете. И что мне с ними делать? Где они? Они уже убежали. Ха, испугались, твари, испугались, потому что у меня красный топор есть. О, чья-то нога. Она не отрубается. Черт. Он где-то на крыше, что ли, я не пойму. Эй, туземцы. Вон он стоит, сука. Как бы его уработать-то? А может, не надо с ними ссориться? Это, привет, я не злой, я добрый, я, видите, ягоды ем, хотите, с вами поделюсь, а хотите, топор кому-нибудь в голову вставлю. Нихуя себе. Блядь. Тихо. Я пошутил. Сука, ебанутая, отъебись от меня. Уйди, падла, не бей меня. Отстань, я хороший, я добрый, все, съебалась от меня. Блядь,
запрыгни в самолет, запрыгни в самолет, прошу тебя. Давай, 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 проползи, сука, проползи ты в этот ебаный самолет. А чё, падаль? Ну хорошо, так, а чё нам надо-то? Окей, getting tutorial. Туториал, поехали. Нам первым делом надо построить охотничью палатку. Хорошо. Охотничья палатка. Чё нам надо? Это чё такое? Оп, тихо, они где-то тут. Эй, фонарь. Как его взять-то? Не берется. Так, ну чё, вы так будете меня тут караулить, что ли? Ёбан, туземцы. Идите нахер отсюда. Ладно, давайте ещё туториал посмотрим подальше. Шаг второй. Найти место. You can... Ты также можешь использовать огонь для нахождения какого-то пути в темных пещерах. Это второй шаг у нас. Надо построить костер. Понятное дело. Третьим шагом. Нам надо собирать всякие ягодки, какие-то хуягодки. Так, вот такие не жрать, такие жрать. Понятно. А, это все, что ли? Start here. Basic of tutorial. Так, ну это мы все прошли. Хорошо, ладно. Первым делом... Это что такое? Тут вообще какой-то некромантии попахло, блядь. Ну хорошо, нам надо как-то избавиться от туземцев. Чего они сюда пришли-то? Как я, блядь, среди них жить-то буду? Это вообще нереально. Может, мне надо убежать нахер от их пещеры? Ну, в принципе, правильно. Чё, давайте вальнём отсюда нахуй. Если не получится, ну, еще раз загрузимся. В принципе, пока ничего терять нам нечего, поэтому валим отсюда к хуям. Куда-нибудь вон туда подальше, чтобы они меня не нашли, не увидели, чтобы они забыли вообще, что я здесь живой остался. Ага. Все отлично, никого, блядь, не, давай не задыхайся. Ясная полянка какая-то. Или это вода? А, это берег. Окей, все, я понял, понял. Нам, по-моему, там в описании к игре, точнее, в каких-то трейлерах я смотрел, что ли, или в небольших рассказах про нее говорилось, что чем ты неэкономно будешь расходовать ресурсы, короче говоря. Возьми топор, нахуй мне этот шарик. То придется углубляться в чащу леса. А в чаще леса, да блять, в чаще леса как раз таки эти дебилы и живут. Давайте попробуем мы сейчас на берегу начать свою жизнь, а в чащу леса мы с вами залазить пока не будем. Да ебаный в рот! Попробуем пожить на бережку. Тем более, что в туториале, по-моему, да, там написано было, на берегу надо построить свою палатку. Или нихуя не написано, уйди отсюда. Ну не знаю, давайте смотреть. Давайте пока ограбим все чемоданы, которые здесь есть. И все у нас будет хорошо. Ну, конечно, блядь. Ну, конечно, ёпты. Харь, чувак, без головы, смотри. Отлично, вот вам, пожалуйста, и альфа-версия. Вот для этого и нужны, блядь, люди, которые покупают ранние предзаказы игр, которые впоследствии обновляются, конечно, но обновившись, превращаются в полнейшее говно, как, по-моему, случилось с Растом, потому что там что-то вообще все поубирали. Нихуя себе птица. Ай, радуга. Вообще классно. Так, давайте попробуем... Во, туда можно сплавать, наверное, да? Он может плавать, интересно? Давайте попробуем. Действительно, он может плавать, вообще нормалек. А может и чемодан нарубить в плавании? Хуй там. Эй, альбинос, блядь, возьми меня с собой. Ну, туземцы, они явно тоже плавать могут, потому что они здесь всю жизнь живут. Поэтому особо здесь мы... Как сюда залезть? А, вот, отлично. Как тут много всего, тут вообще, блядь, клондайк какой-то. Ха! Ёбаная утка! Выхватила, падаль! Ха! Ёбаная утка, выхватила, падаль! Не связывайтесь со мной. Ах вы, суки, чайки ёбаные! А они что-нибудь полезное дают, мне интересно? Нет? А они просто тонут. Чё они тут жрут? Они друг друга жрут! Вы чё, блядь, садисты ёбаные? Ну-ка нахуй отсюда! Оу! Тут можно костер из чаек разжечь. Отлично, это что такое? Так, еще чемоданчик какой-то. Нам надо поближе к лесу жить. Я так понимаю, чтобы у нас с вами всегда хватало припасов, запасов. Давайте построим где-нибудь вон там палатку. Вон там он меж скал, так сказать, мы ее и построим. А потом будем полигонечку отстраиваться, обустраиваться, ходить, блядь, в поход за этими сраными дровами, я так понимаю. Ну или... Что это такое? Или придумаем, как сделать себе какую-нибудь тележку или вечный двигатель изобретем на этом острове. Почему нет, в принципе? Мы же должны здесь как-то выживать, как-то развиваться. Меня радует одно, что эта игра на не мультиплеерная пока что. Потому что сразу
брать и бросать человека в мультиплеер непонятной ему игры, это хуеватенькое занятие. Поэтому мультиплеер в этой игре появится в следующих обновлениях, насколько мне известно. А вот здесь вот неплохо бы, наверное, развести костер, он тут как раз не погаснет. Или может получше найти какое-нибудь место. Где-нибудь у тебя побо... Да вы чё, блядь, пидорасы? Они, короче, везде, ты представляешь, они везде. От них вообще нигде не спрятаться. А ночью они, наверное, нападут. Естественно, они, наверное, ночью нападут. Пидор, блядь. Где же нам от них приныкаться-то получше? Надо какое-нибудь такое место с какой-нибудь отвесной скалой. Ёбаный насос. Вот это вообще отличное место. Чемоданчики фармим. Фармим. Все пригодится. Нам все пригодится. Иди нахуй. Ну, естественно, кроме сраных теннисных мечей. Потому что теннисные мечи нам вообще ни пришей, ни пристегни, они никуда не нужны. Ну-ка. Опачки. Отлично. Тра-та-та. Тара-та-та. Тра-та-тара. Тара-та-та. Вот, блядь, никогда бы не знал, что топором можно рубить чемоданы. Ну-ка, ладно, чемоданчики эти оставим. Я надеюсь, туземцы-то... Хуя себе чайка. Чайка-фокусник, блядь. Она может просто, не маша крыльями, просто висеть. Так, ну вот, в принципе, наверное, здесь можно построить костер и построить палатку. Хотя это, конечно, дурное самое место, по-моему. А, вон там какое-то здоровое дерево. Нихуя. Может, туда сходить? Так, что-то подобрал, отлично. Не, давайте-ка попробуем подняться наверх. Посмотрим, что у нас там будет наверху. Может быть, там как раз-таки то самое идеальное место, которое нам просто катастрофически необходимо для того, чтобы нормально начать существовать в этой ебаной игре. Если на нас будут каждую ночь постоянно нападать сраные туземцы, я не понимаю вообще, как здесь тогда выживать. Кто-нибудь, наверное, догадается, но это, блядь, буду явно не я. Ну-ка, беги, наверное, у меня. Он еще очень быстро устает. Вот это плохо. А что, если мы очень далеко уйдем от этих сраных туземцев? Просто вон туда, на остров. Вон там остров и далее. Поехали на остров. Хотя, как мы будем на остров доставлять дрова? Как-то хуёвая затея, по-моему. Что это такое? Непонятная хуйня. Якорь. Какой-то кит выбросился из дерева, блядь. А, мы, наверное, можем построить плот и жить вон там, вон точно. Можем на плоту все это доставать. Это гниль какая-то? Я гниль жрать не соберу. Ебическая сила, блядь, палатка. Вот это отлично. И туземец мертвый. Как это поджечь? Что это такое? Отлично. А, это рыбу глушить. Нормально вообще. Неплохо. А в ней можно спать? Там есть кто? Эй. Эй. Нет никого. Ха, кусок туземца, блядь. Охуенно. Можно, блядь, драться туземцем. Охуенно. Да тут вообще всем можно драться. Это замечательно, на самом деле. Так, где там моя палка-ковырялка? Так, подожди, а где мой топор? Или они объединены с ней? Чё-то я не понял ничего. Это какой-то... А, вот топор мой. Отлично, пока будем с топором ходить. Подождите, как, блядь, взять нормальную палку? А, ну вот, все, разобрались. Блядь, ну багов, конечно, в этой игре пиздец. Да это чё ты мне эту руку тут взял тут? Копье, я хочу с копьем. Так, пожрать надо, мало энергии. Мало энергии, надо что-нибудь пожрать. Пожрать мы будем батончики хуячить. О, нормалек энергии стало. Я думаю, их тратить особо не следует. Блядь, здесь какая-то вон херня висит, значит, тоже какие-то туземцы живут, что ли. Правильно я понимаю? Это что такое вообще? Хуйня какая-то. Не, здесь лес. Нет, не надо здесь ничего делать. Пойдем отсюда куда-нибудь спрячемся вообще. За скалы за какие-нибудь. Нам уже в конце концов надо нарубить дров и поставить костер. А, вовремя, отлично. Почему я не могу использовать эту палатку? Там же нет никого. Эй, медведь, блядь, ты там? Там нет никого, в чем прикол-то? Я хочу там жить. Отлично. Пиздец, копьем листья разрубил. Ну просто гениально. Замечательно. А он деревья может копьем рубить? Да-да, почему нет-то, ёпты? Он всем, чем хочешь, может, блядь. Деревья рубить. А, заебись, уже темнеет. Уже темнеет, а у меня нихуя нет. Просто заебся. Просто классно, серьезно. Да.
перспектива меня это совсем вообще ни капельки не радует. Вообще прям никак не радует. Я не хочу проиграть вторую серию подряд. Это будет просто, блядь, фейл. Ёбаный в рот. Вы же знаете, что такое фейл? Прекрасно все знакомы с этим словом. Особенно те, которые люди играют в какие-нибудь игры. Особенно онлайн. Прекрасно должны знать, что такое слово фейл. Это называется «зафейлился я в две серии подряд». Обосраться. Но в первой серии, ладно, мне было простительно, потому что я еще нихуя даже не знал, как это все работает, как этим всем играть, блядь. А сейчас-то я уже, в принципе-то, наблатыканный парень-то. Я ж знаю, что там можно то-то, что там можно это, хуета. Но толку от этого никакого. Куда поставить мне костер? Я даже не знаю. Спать я пока не буду ложиться. Я спать пока не готов, потому что у меня еще ни хера нету. Чё это такое? Это ничего такого. Куда бы поставить костер? Костер, естественно, надо поставить туда, где его будет практически не видно. Как рассказывал... Тимофей, который, блядь, показывает программы, в которых он постоянно выживает в неебически сложных условиях. Костер надо выкопать в ямке. В ямке, потом завалить все это хвойником, точнее, хвойными ветками. И лечь вместе тоже с этими хвойными ветками туда, блядь, в землю. То есть и себе надо еще выкопать, понимаешь, яму. Тогда костер будет не видно. Тогда, короче, никто ничего не заметит. Ну ладно. Там племена. Там племена. Племена, блядь, кругом. Костер, в принципе, можно развести под этой херней. Его замочить не должно. Давайте попробуем. Все-таки уже начнем немножечко. Нам нужен костер. Поехали. Вот сюда вот. Положу его, правильно? Под этой прям будет находиться. Он как раз мне и железку нагреет. Что, в принципе, должно мне помочь. Опачки. И сюда же надо поставить палатку. Ну да, действительно, его не должно намочить здесь. О, чайки налетели, сразу погреться. Ну, естественно, погреться, всем охота. Блять, не так вот. Так, давайте теперь построим палатку. А это для чего надо? О, нихера себе! Блять, а дрова для... Как нам строить, как дрова-то построить? Подождите-ка. Надо как-то построить дрова. А я херо знает. Basic wall. Basic wall. Ну понятно, а как рубить дрова-то, блядь? Как их получать-то вообще? Не написано, нет? Нихуя не открыто еще. Где основные ингредиенты, которыми, блядь, надо заведовать в этой игре? Как построить сраные дрова? У меня их вообще, по-моему, нету. У меня есть только палочки. А их можно... А, их комбинировать с чем-то можно? С топором? Не, нихуя, что такое? Деньги? Зачем мне деньги? Я не понимаю. Так, ну это я... Ух! Ебать, палка-копалка, нормально. Ну пригодится, хуй с ним. Шкура. А с чем шкуру с палкой-копалкой? И что нам это даст? А, это факел, наверное, какой-то может быть. Сода. Флеер не копирует, не комбинируется с ним. Да нахуй мне эти, блядь, проклятущие эти засранцы. Надо понять, как строить бревна. Я сразу дом-то... О, костер, ты чё потух-то? Ты так быстро-то у меня не тухни, блядь. Чё он, блядь, так быстро тухнет? Заебало ты, что ли, тут, сука, его тушишь, летаешь, тварь? Падлы. Они тут, конечно, блядь, своими руками начали тут мне махать. И все потухло из-за них. Собаки ебаные. Ну окей. Давайте построим сначала палатку. Хуй с ней. Построим сначала палатку. Здесь можно ее поставить? А у меня листья кончились, сука. Ну хорошо. Пойдем быстренько листьев намутим. Во, здесь кусты вообще прям очень быстро вырастают. Это замечательно. Отлично. Так, два листочка. Два листочка это очень мало. Мне надо дохуя. Надо прям дохуя листочков. Прям очень много мне надо листочков. А может быть дрова как раз получается, вот и когда мы срубаем вот эту херню? Ну хрен знает. Давайте сначала поставим палатку, а потом попробуем все-таки сделать себе дров. Потому что дрова нам... Точнее не дрова, а ебаные бревна. Так, еще и палки у меня к вам. Вообще все покончалось. Замечательно. Смотрите на тень без головы, как охуенно он бегает. Инвалид ебаный какой-то. Не, вообще не прокатывает. Давайте попробуем срубить эту хуйню.
Может быть, ее рубить надо со всех сторон просто? Тогда она быстрее упадет. Вам так не кажется, ребят? По-моему, она быстрее рубится. Она, по-моему, как-то хуево рубится, если честно. Падай давай, ебаное дерево. Падай, говорю. А может, мне надо бензопилу изобрести? Во, отлично. Заебись. Я рубил себе большие поленья, а у меня получились сраные палочки. Гениально, блядь. Просто гениально. Не жри эти ягоды, дебил. Я же не нажимал, чтобы ягод жрать. Я нажимал, чтобы дров собирать себе. А он ягод жрет, ты представляешь? Ой, дурачок. Ты, блядь, в этом лесу не выживешь, я тебе отвечаю. Такие дебилы долго не живут, блин. Чё там нам еще не хватает? Листочки мы, по-моему, насобирали уже всякие. Уже, по-моему, у нас всего дохуя. Или нет? А, наверное, вот, точно, листов у нас хватает. Осталось набрать палочек. Палочек сколько надо? Палочек надо еще... Блять, уже не влазят они в нас, понимаете? Палочки нам уже не лезут никак. Ну, хорошо. Почему ты так быстро задыхаешься-то? Правильно, потому что тебе надо пожрать, все логично. Что это такое? Монетки? Да хуй мне набитаем острые монетки. Сука, листочка не хватило, ты посмотри, а. Сука, вот он дебилоид. Ну как можно было сделать такую бегущую тень? Ну, в конце-то концов, ребят. Ну, бля, если делаете такие нормальные игры, так нахуй тень такие ублюдские делать? Проработали бы хотя бы ее немножечко, что ли. Ты рубишься, нет вообще? Я похуй этому дереву, абсолютно прям. Надо какой-нибудь потоньше найти, вон кустарник ебаный растет. Да? Чё ты смотришь в свою руку? Can't carry. Чё carry? Бери давай. Вот, да ты, блядь, возьми палку-то, куда она пропала? Я ее потерял. Ладно, хуй с ней. Вот еще одна. Опачки. Во, замечательно. Ну все, палатка у нас готова. Палатка готова, а тем самым временем наступает у нас ночь, я хочу заметить. А как мы знаем, как только наступит ночь, туземцы нас поймают. Туземцы нас поймают, немножечко нас отпидорасят, кинут в свою сраную пещеру, а может быть сразу повесят за ноги, не знаю. Отличненько, вот у нас и палаточка. Хорошо, давайте-ка разбираться все-таки, как построить дрова. Информация. Информация нихуя недоступна. Гениально. Просто замечательно. Информации вообще здесь нет. Играйте как хотите, блядь. Как хотите, играйте. Симпли. А что это такое? Во! Птичка! А, это, наверное, какая-то охранная хуйня, что ли? А, охранная стойка. Нихера ж себе. Ты посмотри, блядь. Это чтоб ко мне никто не подошел, наверное, защитная какая-то ересь. А где мне еще голову одну взять? Здесь, по-моему, валялась где-то голова. Если я ее не расплющил, конечно. Я же помню, где-то валялась голова. Я так думаю, если внимание к себе особо не привлекать, не бегать здесь с фонарем, то, в принципе, наверное, можно ночь-то пережить. Я, конечно, в этом не уверен особо. Так, мне нужно 3 палки и 2 головы. Ну хорошо, ладно. Нет, конечно, можно сейчас нажать, попробовать поспать. Туземцы, интересно, прибегут или нет? Чтобы, так сказать, не сильно паниковать уже, если они не прибегут, потому что... Но не могут они так быстро прибегать, я уже, в принципе, от них съебался же. Я спрятался от них в лесу. Какого хера они должны меня найти? Я хожу здесь, никого не трогаю, никому не это, никому не мешаю. А они, блядь, прибегут и начнут меня опять бить. Ну, как это? Это нечестно. У каждого должен быть шанс, чтобы выжить. Так, мне нужно тонкое деревце. О, отлично. Сразу под вас ношу, красавчик. Тихо, там кто-то дышал, по-моему. Нет, ну окей. Раз никто не дышал, пойдем назад. Ему, говорит, нужно пожрать. Да пожалуйста, живи, без проблем. На, шоколадку схуяч. О, красавчик. Как же эту защитную херь-то построить? Ну вот, не хватает 2 голов. А, сука, смотри, он там вдалеке уже падла ходит с фонарем, а? Ну ты посмотри, ну ты посмотри, ну как так-то? Как они меня будут искать теперь? Они постоянно будут надо мной, суки, издеваться.
Он уже сюда идет. Ну все, конечно, ночь наступает, он идет сюда. Пидор, блядь, огненный. А я спрячусь, он меня не найдет. Он же меня не должен увидеть, правильно? Я буду прятаться от них первое время. Тем более, что днем они не особо... Блядь, ну вот, конечно, сейчас молния меня просто взят и возьмет и спалит. Чего они туда идут? Они что-то там затеяли, суки. Они, наверное, какой-то обряд хотят сделать. Кого-то распять. О, черепаха, блядь, смотри, вон на берегу. Вон прям посередине топора. Вот на кончике топора, смотри. Черепаха. Огромная, блядь, черепаха. Как я правильно выбрал дислокацию. Представляешь, если бы я поселился на этой горе? Так, смотри, один, короче, идет с огнем куда-то наверх, двое идут за ним. А вон какая-то пизда осталась сторожить, вон тоже на кончике топора, если кому непонятно. И что они там делают? Основной вопрос, как их убивать? Блять, чайка ебаная. Я думал, ко мне сзади кто-то подкрался. Так, они должны, короче, успеть уйти до того, как черепаха уползет в море, потому что мне черепаха нужна. Но они меня не видят, судя по всему. Да, естественно, с такого расстояния попробуй заметь человека без огня, бля. Ха! Нормальная у меня стойка, бля. Свободная касса, ёпта, подходи. Прям так и показывает туземца. Чего ты им, дурак, убери руку свою, блядь! Здорово. Так, короче, лети к туземцам, скажи, чтоб нахуй отсюда шли. Спасибо. Так, ждем, пока птичка вернется. Передаст нам ответ туземцев. Да будет такая почта у нас своеобразная между туземцами и нами. Сука, две черепахи ползут. Ну что ж ты будешь делать, блядь? Две черепахи, пять туземцев. Какой сложный выбор. Они уходят, нет? А с той стороны есть туземцы? С той стороны никого нет. Так, они уходят. Ладно, давайте ебнем черепаху. Они все повернулись в ту сторону, они меня по-любому не видят. Ладно, тихо. Все, ребятушки, без паники нахуй. Здорово. Блять. Опа. Да ты че, блядь, какая живучая, это падла. Эй. Сдохни нахуй. О, блядь. Он, походу, услышал что-то, он что-то услышал. Так, рука в крови, надо помыть быстрее. Ты помыл, нет? Красавчик. Где этот пидор с огнем? Ай, вон он уже идет. Ну ладно, давайте попробуем поспать. Придут, не придут, хуй с ними. Спи. По-моему, звуков нет никаких. Это значит все заебато. Это значит все просто охуенно. Ладно, ребяшки, давайте на этом мы закончим. В следующей серии мы дождемся утра и пойдем строить бревна. Построим себе охуенную хату, чтобы туземцы нас не трогали. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи, ребятушки. Всем пока. А потом добьем глаз. После этого прилетят инопланетяне, прибежит репортер. Бля, вот этого не было, короче, в прошлый раз. Так вот. С того момента я уже перестал что-то понимать, ибо там отставание было настолько...